канарские бананы. В магазине стоит около еврика килограмм. Здесь бесплатно. Здесь бесплатно, да. Такие вот дела. Надо только мачете иметь, чтобы все. Да, да. Да, но мачете у нас есть, так что, если что, будем ночью набеги делать. Находимся. С голоду не помрем, да. На Канарах жить можно. Вот они все. Экскурсии. Тоже мы ездили. Видишь, тут за 10 евро они предлагают. То же самое, там лунч. А что там есть вообще? Что они предлагают? Ну, в смысле... Надо взять и посмотреть. Ну, давай, возьмем. Это тоже возьми. Все, что есть, вообще бери. Нет, это слово нам не надо, на финском мы ничего не понимаем. Вот это можно. А здесь ты поймешь? Да. Ну, пойдем тогда. Давай, пойдем. Посмотрим. Пойдем тогда, да. Также есть вот на русском языке экскурсии у нас тут. Экскурсии на русском языке сейчас примерно. Что здесь такое? Значит, на вулкан поехать стоит для взрослого 22 евро, для ребенка 11. Обзорная экскурсия 25 евро. Тейда, обзорная экскурсия вокруг острова. Это вулкан Тейда. 26 евро. Лоро парк плюс бус. Лоро парк. Это я не знаю, что такое. Парк какой-то, в общем. Сиамский парк. Это, наверное, тайский какой-то, это китайский парк. 33 евро. Твин тикет. Что за твин тикет? Лоро Сиам парк. А, это и то, и другое. Угу. Остров Ла Гомеро. Это что там, Гомер, что ли? Нет. Создавал что-то, нет? Или остров, что? Просто. Рыцарский турнир. Ничего себе. Рыцарский турнир 47 евро. А остров Ла Гомеро 57 евро стоит. А, потому что на другой остров надо ехать. Вот такие вот экскурсии. Сейчас находимся в городе Лос-Кристианос, Канарские острова. Такие вот здесь аппараты тоже можно взять на прокат. Кстати, здесь автомобили можно брать на прокат от 10 евро. 10 евро, 20 евро, 30 евро. В сутки. Уже в Лос-Америкас мы? Видишь, там все Лос-Америкас Плаза. Да ты что? Да. Мы с тобой в Лос-Америкас дошли. Странно. То есть получается этот Лос-Кристианос... Да. А это что за цифры? Переходит на Лос-Америкас? Годы. Это достраивалось? А. Оттуда началось? Да-да. По одной полоске достраивалось каждый год? Что-то интересное, да. Не знаю, что это, но... Это вот это. Угу. Да, фонтан прикольный. Здесь какой-то отель весь из цифр сделан. Непонятно, что он тут символизирует, но кругом одни года. Здесь 25 стоит, цифры одни стоят. 98. А, это они, наверное, 25-летие праздновали, скорее всего. Видать, у них недавно, да. У них просто этот юбилей был. 25 лет. Видишь, они поэтому... Развесили эти все штуки, и у них тут проходила тусовочка, видать, на днях была. Такая вот здесь житуха. Так, вроде мы попали в Лос Америкас теперь, то есть, или Лас Америкас. Таксисты обсуждают местную политическую жизнь. Америкас, Лас. Ну, Америка с Плаза, может быть, это просто Америка с Плаза, Лас Америка с Плаза, нет? Я думаю, это уже Лас Америка. Притом, там же не Лас Америка с Плаза, а просто Америка с Плаза. Тебя не знали? Мне кажется, это все-таки уже потому что там, я смотрю, как-то близко просто. А, они недалеко, да, получается? Тут мы слились, мы же практически слились. Мы даже... Так и есть, забывайте. Ага, ну тогда да. Что ж, прогуляемся тогда по Лас Америкас. Гуляли по Лос Кристианос, но попали в Лас Америкас. Да. Видишь, отель. Угу.
Сколько цены там в интернете были на эти отели? Не помнишь? Примерно. Около 60-70 начиная. Да ты что? От 60 начиная? Начиная. Ничего себе. Значит, хорошие здесь отели идут. Это при том сейчас. Да. Да? Тогда летом здесь вообще что будет? Смотри, какой-то. Что это? Глянь, там как майя, вот это где голову сбрасывали. Кого? Так, похоже. Кого сбрасывали? Голову где сбрасывали. Да? Головы? Ага. Так, это у нас гараж, а или нет? Это тут на сторону отеля, да, это отель такой. Вон отсюда, посмотри, какой он здесь идет. Класс. Да, интересная вещь. А? Палац, в конгресс, думаешь? Не знаю. Но это отель, скорее всего, все-таки. Здесь, видишь, какие-то предложения. Дискотеки, что-то такое здесь. До 6, карта где-то. До 6? Это, наверное, клуб, может, что-то. Ага. Непонятно, ничего. Open from, это с открыть с 6 вечера. Да-да. Кофе, чай. Потом каждый день живая музыка с 11 вечера. Каждый четверг. А, это вот этот клуб, маленький. Какие-то арабские ночи. Это вот этот, вот он. Да, наверное. Маленький такой, чисто этот, чиллаут какой-то. Арабские ночи, конечно. Да-да, ну понятно. И вот здесь вот моет, видишь? Моет, да. Да, Every Friday party. Не, вот это они, конечно, построили нормально. Серьезно? Возвели здесь, да, такое. Это папа сказал. Ага. Как для фильма какие-то декорации здесь понастроили. Это здесь можно жить и заодно фильм снимать в этом отеле. Исторически. Здесь у них представление, он проходит, так понимаю. Да, вот такие вот города здесь. Ой, жарко. Что там? Что? Вот такой бы я тоже хотел глянуть. Это разный отель. Там, оказывается, Фламенко еще проходит. Фламенко здесь? Да. Ага. О, билеты просто какие-то умопомрачительно дорогие. Сколько стоит? 75 евро. 75 евро. Ну, нормально. Здесь это просто это. И ужин. А, и ужин еще, ага. Ну тогда еще ничего. Без ужина 50 тысяч. А, без ужина 50. Ну да. А в Мадриде сколько эти фламенко стоили, не помнишь? 30-20, да-да-да. 20-25. Да-да-да, что-то такое было там. Да, вот так в два раза на канал остров переехал, в два раза дороже. Даже три раза почти.
Слушай, этот Лас-Америкас прикольный городок. Тут такие чисто туристические. Чисто, да, туристические. Такое ощущение, что этот развлекательный комплекс как будто какой-то. Да, эти для детей привезли много разных крутящихся игрушек. И вот поставили это все в таком стиле. Зоопарки. Притом здесь много развлечений. Для детей здесь вообще счастье. Представляю себе сюда с какими-нибудь детьми приезжать. Только будешь успевать направо и налево постоянно. Сюда, 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 сюда. Особенно если дети будут те, которые этого всего не видели. Впереди у нас уже заканчивается, я так понимаю, это место. Там океан начинается. Плитка красивая, они так около деревьев кладут. Очень интересные мусорки у них. Вообще сам городок очень интересный, своеобразный. Так каждый раз, когда в новый город попадаешь, такие какие-то выделяющиеся вещи, а потом уже потихоньку привыкаешь и думаешь, что как бы так почти, скажем так, и должно быть. Потом раз попадаешь в следующий город, и опять с непривычки все по-другому кажется. Так постоянно происходит такая вещь. Некоторые города шокируют просто, некоторые слегка так удивляют, некоторые разочаровывают. Русскоговорящих здесь много, но, как уже говорил, пенсионеров практически нет. В основном такие средние возраст, ну и молодые тоже есть. Вот здесь очень хороший ветер дует с этого, с океана. Когда вот такой ветер дует, приятно идти. Жара и одновременно прохлаждающий ветерок. И очень красивые и своеобразные домики. Так думаю, что это отели. Скорее всего, это отели. Мусорка вот такая. Понятно, почему она так сделана, но торчит, как из подводной лодки. Здесь, как всегда, вон скидки 60%.
100%. Да. И океан. Океан красив с любой точки. Кино какое-то. А, нет. Фото снимает. Рекламу. Интересная композиция тут. Съемка. Маленький этюд. Встретились. Дубль 3. Тот уже устал держать этот щит. Режиссер, я так понимаю, одновременно фотограф у них. Угу. Запрещает снимать. Okay. Please stop this. Can you stop it? Okay, so watch Anzor TV. Запрещает тебя. Так, в общем, друзья, вот такой вот городочек у нас. Лас Америкас у нас это называется. Был Лос Кристианос, а стал Лас Америкас. Здесь тоже интереснейшая композиция. Железные и бетонные. Железо чисто. Вот. Так, пока все. Буду экономить батарею. Смотрите Анзор ТВ. Двигаемся в Голливуд, солнечный Калифорния.